В рамках личного приема единороссы вручили медаль воину-афганцу. По словам члена политического совета Одинцовского отделения «Единой России» Михаила Солнцева, основная часть данных медалей была передана на торжественном мероприятии, которое состоялось в феврале в Доме культуры «Солнечный». Всего было закуплено 800 медалей, но получить их в один день смогли не все ветераны. Была поставлена цель в рамках партийного проекта «Историческая память» вручить медаль в юбилейный год каждому афганцу. И вот уже 5 месяцев в ходе личных приемов единороссов и сторонников партии проводятся небольшие церемонии награждения.